Привет, друзья! Когда вы видите эту черную доску, это значит, что нас снова приютил Александр Золотухин! Всем привет! Вот, спасибо вам огромное, гость. Как всегда! А я хочу сказать, что я балда стейросовая и не увидел шикарного, красивейшего решения задачи про сумму квадратов. Сейчас я его нарисую. Значит, по этому поводу хочу сказать следующее. Мне его прислал кто-то на e-mail. Это вот тот случай, когда я на e-mail получил не какую-то помойку с предложением почитать очередное доказательство великой теоремы Ферма, а нормальное, хорошее письмо. Вот, и вот что было в этом письме написано. Алексей Владимирович, моя, кажется, дочка, пишет человек, решила задачу следующим образом. Я уже забыл, кто. Простите, я все забываю все время. В общем, кто-то из моих слушателей прислал следующее решение. Напоминаю, сумма нескольких чисел равна единице. Я сразу рисую, потому что сразу будет все очевидно после этого. Сумма нескольких чисел равна единице. Упорядочим их от большего к меньшему. Вот. И нужно доказать, что сумма их квадратов меньше, чем первая из них. Ну хорошо, давайте посмотрим на сумму квадратов. Вот первая из них, вот его квадрат. Правда? Вот второе, вот его квадрат. Вот третье, вот его квадрат. Чувствуете, да, у нас тут квадратики куда-то туда уходят, убывают, убывают. Квадратики убывают. И нужно доказать, что сумма этих квадратиков меньше, чем исходное число. Но надо исходное число тоже представить как площадь. И тогда сразу будет все очевидно. Ну что такое исходное число? Это оно умножить на единицу. То есть вот это вот этот прямоугольник. Все, теорема доказана. Пипец полный, короче. То есть это в одну строчку. Ну можно и так, что x1 значит, равно x1 умножить на 1. Это мне сразу написали там в решении. Но вот мне просто очень нравится всегда геометрия. x1 на сумму, потому что она вся равна единице. Равно x1 квадрат плюс x1 x2 плюс так далее плюс x1 xn. А так как x1 самое большое по условию, ну, по крайней мере, не меньше всех остальных, то это больше или равно, чем x1 квадрат. И дальше каждый заменяем на квадрат. x1 убывает до соответствующего числа. Вот и все. Но все равно, мне кажется, что, знаете, это как бы задним умом все крепкие, а то, что Мишка на ходу решил, он молодчинка. А то, что я не придумал сразу, я дурак. Вот так. Пока, до встречи.